девочкой. Я ты кинь хижак, так я ты косачка. Прямо вперед и николи назад. Так солнечно. Да, солнечно, 9 часов 53 минуты. Ребята, транспорт пошел. Человекамеру, здравствуйте. Да, человекамеру. Да мне это самое, Викуся позвонила, говорит, Наташа, никуда не выезжайте. Ну как это никуда не... А я как глянула в Телеграм, я что, ночью мы слышали? Сейчас 30 человек у меня будет под дверью стоять. Да, 30 человек. Ой-ой-ой, нельзя нам, да. Заправляю полный бак, пускай будет. Голова разболелась, капец. Такая сегодня солнечная погода, просто прелесть. Да. Мороз такой классный, так сколько там? 25 литров. До свидания. Спасибо, Иван. Заехала все-таки в Фузи. Все-таки утром хорошо, когда скидки. Взяла помидоры. Вот такой солнце. Видите, какое солнце? Купила помидорчики черри по акции на 30 гривен. Взяла перца желтого и красного на рулетики с лаваша. Взяла печень говяжью по акции. Печень свежая, просто вот такая утренняя новогодняя акция. Под тревогой люди скупляются, жесть. Где хочу сделать такое, этот блюдо с печенью обязательно. Куриные печеночки взяла, сейчас покушаем. Я приготовлю сырмишелька, будет и нам, и котикам. Я миленько порежу моим маленьким котикам, Женя говорит. Что ж они у Веры Анатольевны на спине катаются? Ей же ж больно. Они так на него смотрят и думают, кому больно? Ты че вообще уже, Женя? Ой, голова. Ой, перенервничала, друзья. Я так перенервничала. Вообще, знаете, выкинула была такие вот все мысли из головы негативные. Вот выкинула. Вы меня понимаете. Так, ладно, тут мне уже звонят. Звонят. Где я? Немного светлее за окном, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их... Ой, мои сладкие, мои хорошие. Значит, мама шьет это платье мне делает и попросила, чтобы я понянчилась ее детьми. И вот я нянчусь. Холодец варится, я нянчусь. У нас тихо, спокойно закончилась воздушная тревога. Смотрите, сейчас еще. Смотрите, смертельный номер. Лиска. А ну, видели вы хоть Лиску? Сейчас. Вот здесь Лиза сидит. Лиза, на улице хорошая погода, побудь со мною. Правда трогательные котики, да, девочки? Ну, давай. Оно сейчас сможет на втором. Оно, да, как генерал. Мой генерал. Мои сладенькие. Да, да. Да, мои хорошие. Да, мои сладенькие. Да, мои деточки. Мои деточки. Человеки вы. Человеки. Настоящие человеки. Вон мама пришла ваша. Ой, вот почулы. Да, почулы. Невозможно. Костенька, мама твоя. Я их швыряла. Да, тикай. Под иголку, планетки. Да, голос услышал. И Костя.
О, платье не принесли мне. Так, сейчас. Мне принесла швея платье. Ура! Я поглажу. Так, смертельный номер. Девочки, вот что женщина мне посоветовала. Посмотрите, мама сделала. Ой, так, я сейчас померяю. Так, мама, чтоб посмотрела. Мама, ты... Ой, ой, как ты его облагородила, действительно. Три наметки. Так, все, я сейчас раздеваюсь. Вот руки мастера, да, боятся. Так, сейчас. Строчку только что. Девочки, вот, мама пришила. Сейчас. Нет, ничего не натянуто. А ну, смотри. Да, отлично. Ну, как? Отлично. Это мне женщина посоветовала в комментариях. Говорит, Атыла, это облагородьте его. Немножко не хватает этого. Но я, девочки, колготы пока не надевала, потому что я так просто примерка. Примерка. Не знаю, я ем хлеб, но я худею. Худею. Вот здесь ни трусы не утягивающие, ничего. Представляешь? Ну, на нервах. Да. Так, ну как? Как тебе? Вот тут как чуть-чуть только подтягивает, да, чи нет? Нет. Ничего? Вот ничего. Тут как будто подтягивает, нет? Нет. Ничего. А ну, сейчас я посмотрю. Ты же когда будешь волосы проглаживать, я можешь... А, мне же надо еще погладить, да, загладить. Так, теперь смотри, есть кусок. Где ты кусок будем делать? Сейчас. Мама, можно вот зрителям чуть-чуть лицо? Я же снимаю, да, уже залез. Ой, ой. Сейчас я камеру поправлю. О, горит свет. Горит, включила свет. Есть свет, слава Богу, дали свет. Так, смотрите, вот есть вот такая еще полоска. Видите? Мама, как ты считаешь? Я просто настоятельно прошу, держи. Вот здесь, вот так, вот посерединке, эту полоску присобачить. Подожди. Для бюстгальтера. Вот украсим, будет красиво. Вот приложи. Да, приложи. А как его? Подождите, дети. Вдвое надо туда. Давай посмотрим, как сначала. Можно прострочить пополам. Да, вдвое слаживай. Котики мешают. Девочки, да, вот сейчас смотрите, сейчас я сейчас сделаю. Так, вот смотри, мама, вот так вот. Вот так. Потом еще вот так прострочить. Поняла, держи вот так. Так. Да, еще прострочить. Прикладывай. Ниже. Ниже, вот так. И вот здесь еще вот так вот сделать. И будет держаться. Натянуть. Надо взять размер. Возьмем размер сейчас. Короче, и как раз под бюстгальтер. О, так будет совсем другое дело. Скажешь, на каком месте? Да. А я сейчас бюстгальтер одену. И мы с тобой наметаем. Да, ты пока... Нет, давай сейчас пока я в платье бюстгальтер надену, а ты по бюстгальтеру посмотришь, где надо будет это делать. Хорошо? Ну, перед тем, как намечать, надо прострочить его. Ты так, что ты сказала? Надо сейчас наметить, пока я... Чтобы не раздевалась по 100 раз. Так оно играет в руках, оно уже сложенное. Как я его... Нет, ты не поняла. Ниточка, где будет бюстгальтер, наметишь мне. Где... Просто нитка, где бюстгальтер, чтобы на будущее ты знала, где пришивать надо. Девочки, ну как вы считаете? Вот это тут. Можно мы еще с тобой решим. Может, мы еще и широко. А ну, приложи мне широкой стороной. Широкой, мне кажется, будет лучше, да? Нет. Нет? А ну, вдвойне сложи. А так сильно. Ой, ой, больно. А вдвойне? Мой сладкий Костя. Ну что-то получается, мам? Ну, вдвойне. Давай, вдвойне, а ну, вдвойне. Сейчас я котика сниму. Ой. Ой. Да! Блин! Выдергается. Вот так лучше. Вот так лучше, да? Да. Вот. Оно прикроет лифчик твой. Только потом наметим, сколько. Так, ладно, будем думать. Да, хорошо. Все, девочки, потом посмотрим результат. Уж мне пошло тогда. Так, камеру я выключила, мы без камеры пообщались. Мама сказала. Не надо говорить перед этим. Понял? Да, мама сказала, планка не нужна. Ты испортишь весь его вид. Да, я испорчу вид. Тут именно такой декольте. Оно же и плечи не падают, не скатываются. Ой, ну, нет, плечи не скатываются. Ну, же зачем? Ну, я же, если да, я, ну, вот так вот, даже если спадут. Ну, ради... А если даже вот так вот и спадут? Помоги мне, помоги виноватая. Он сам. Там сам. Не, я шучу, девочки. Это шутка юмора. Бюстгальтер можно надевать ради беседы. Бюстгальтер я надену, у меня есть кофточка. Я придумаю. Бюстгальтер. Ну, она тут, что это латка. Да, латка не нужна. Все.
Девочки, в общем, спасибо, кто посоветовал за кипюр. Теперь оно не короткое. Я купила колготки 20 ден черные. И теперь на Новый год. Слышишь, и черный лифчик можно. Черный лифчик, так вот это будет видно. А. Ну, хоть ухи без лифчика, прям таки. Что тут у меня? А я тебе за что сказал? Какой размер? Не надо лифчик под это платье. Ну, нормально же, ничего не это самое. Все вроде стоит, ничего не упало. Смотри, если упадет кисель, выпьем. И ты это... Его пригладишь, и оно не будет. Ой, ну прелесть. Ну, вы... Дети подземелья. Не надо переводить внешний вид. Надо ни к чему там планка-то. Ни к чему совершенно. Не, рада, что ты пришла. Мам, надо вот посувала его. В общем, там две строчки я положила, чтобы оно не было бриджем. Ты со мной согласна, что не должны были быть гипюр? Оно да. Не короткое, оно действительно устало до колен. Ушла вот эта вот короткая мама. Алло, швея. Я ж кивала вышу. Это же заколка под цвет есть. Ладно, все, зрелище закончилось. Девочки, ну, дар? Как скажешь, заказчик. Не, не будем мы делать кугуцкое. Ну, ни к чему. Все. Ой, знаете, что вчера Люда сказала? А ты что будешь в этом платье? Я его себе покупала в секонд-хенде. Кто знает, кто помнит. В секонд-хенде покупала. 30-ка, 20-ка, не помню. Есть видео, короче, там у меня по этому поводу этого платья. Она говорит, а как же ты пришьешь кружево, я буду носить его я. Ну, грузу. На тебя тоже будет хорошо с кружевом. Оказывается, она его тоже на Любу на день рождения надевала. Надевала она его. Она... Я говорю, дочь, у тебя столько нарядов. Дай маме. Да. Поблистать. Не, девочки, нормально, купить секонд-хенде? Отлично. Ну. Отлично. Шикарно. И мне, знаешь, оно не колючее. Как, знаете, есть тут чешуя колючее. Оно мягенькое. Потому что оно на подкладке. Потому что и подкладка тут присобачена, пристрочена. Да, пристрочена. Вот тут из-за подкладки... Подожди, что оно там не... Не дай бог, они подергают тебя его. Все. Тогда их выгонять. Все, нахер, захер. Девочки, вот так вот, да? Хлеб есть, и живот уходит. Это что за хлебная диета такая? Не знаю. Ну, просто ты видишь, ничего нету. Ну, красоту ничем не спорить. Да, прежде красоту. Тоже я худею. А. Так, ладно, все. Так, мой холодец. Так, ну, поварились ножки, потом добавила куриные вот эти вот лапки. Теперь добавила курочку. И нам вот нам чуть-чуть она будет так вот у меня томиться. Я поставила в 12, где-то до 7, до полседьмого вечера. Потом буду разливать. Так, девочки, хочу я всех, вот именно девочек, которые мне прислали сообщения личного характера в Telegram, в Viber, в Messenger, в Инстаграме. Мне очень написали хороших слов. Очень приятно, что украинцы сплоченные. Спасибо моим подругам, которые поддерживают Украину. Девочки, огромное спасибо. Чувствуется, что вы с нами. Мы, в общем, действительно, что когда мы вместе, вместе мы сила. Сейчас уже вечер на улице, у нас мороз. Холодец варится, электроэнергия есть, в доме тепло, все хорошо. Всем огромное-огромное спасибо. Значит, друзья, идем дальше. Праздник будет обязательно. Новый год никто не отменял. Пусть в этом году будет скромно. Будем надеяться, что 2023 год нам принесет очень много хорошего, позитивного, и будем удивляться положительным и хорошим моментам, от которых мы так отвыкли. Нас ждет время перемен в лучшую сторону. Спасибо вам, мои хорошие. Ну, а я буду продолжать вести свой канал. Знаете, как сказка, шоу продолжается. Всем спасибо. Спасибо за вашу доброту, за вашу любовь, за ваше беспокойство. Очень все хорошие, достойные люди. Я очень рада, что собрала у себя на канале таких людей.
Все, мои друзья, всем пока. На сегодня я с вами прощаюсь.